нам в спортивный зал, потому что наше сегодня мероприятие, большой-большой спортивно-игровой праздник, посвящается 23 февраля, Дню защитника Отечества. Кто подрастает, поздравим непременно. И в этот прекрасный радостный день нам тысячу раз пожелаю помереть. Пусть будет достаток на вашем столе, пусть мир укрепится на нашей земле. Действительно, День защитника Отечества – это всенародно любимый праздник. Еще в 1918 году, в День Победы, нашей армии под Нарвой и Псковом было решено этот день считать днем рождения Красной Армии. У нас есть хорошая традиция в детском доме. Любой праздник мы всегда начинаем с приветственного слова, с поздравления нашего директора. Поэтому просим Елену Павловну, давайте поплотим. Я хочу сегодня всей души поздравить всех мужчин, всех наших мальчишек с Днем защитника Отечества. Я вам хочу пожелать, во-первых, крепкого здоровья, удачи в ваших делах, мудрости в решениях, всего самого-самого хорошего. У нас сегодня необычный праздник. У нас сегодня в гостях кто? Александр Киржаков! Александру Киржакову в День защитника Отечества. Ну что хочется сказать, защищайте в будущем нашу Родину, а сейчас защищайте девочек, потому что это слабый пол, поэтому всего вам самого хорошего. Хотелось бы отметить, что Александр решил начать свою деятельность в рамках фонда с города Кингисепп, потому что, естественно, он отсюда родом, и взять под шефство детский дом, в котором мы сейчас находимся, и впредь эвакуировать и помогать детям. Так что следующее наше мероприятие будет опять-таки здесь же, 8 марта, и уже оно будет посвящено девочкам. Праздником! Носите на здоровье! Спасибо! С праздником! Носите на здоровье! Поздравляю! С праздником! Внимание! Марш! Зарядом от детей. Я наблюдал за вами. Еще бы.